Я уже вам рассказывал недавно о релизе Stan. Это релиз обычного действия, то есть взвели и выстрелили. А сегодня поговорим о релизе тяговом той же компании. Он покрашен вот в такой клевый синий спортивный цвет. В комплекте точно так же, как и в предыдущем релизе, идет дополнительный упор под большой палец и разной длины тяги. А также идет зуб для того, чтобы упираться тремя пальцами. Лично мне больше нравится четырьмя. Также вы можете изменить угол упора и, соответственно, все настройки по длине и углу поворота в этом релизе доступны. Релиз также имеет возможность заблокировать спусковую собачку, которая держит петлю, и тренироваться в стрельбе, натягивая дома лук. При этом выстрела не будет. Полностью безопасно. Этот релиз немножко проще. Дело в том, что у него всего одна регулировка. О ней я расскажу чуть позже. Давайте сейчас посмотрим, как работает тяговый релиз. Релиз взводится простым движением наверх. Дальше вы цепляете за петлю и нажимаете на релиз. И вот в таком положении абсолютно безопасно его натягиваете. Прикладываетесь, отпускаете. И начинаете плавно тянуть, работая над выстрелом. В момент натяжения релиз срабатывает на спуск. Усилие регулируется вот этим болтом. Крутите его вправо, усилие возрастает. Влево усилие падает. Или по-простому. Крутите болт вправо, надо приложить больше усилий, чтобы произошел выстрел. Крутите влево, усилий надо приложить меньше. Вплоть до того, что релиз просто не будет срабатывать. Показываю последний раз. Взвели. Пальцем зажали. Натянули. Отпустили. Тянете. И выстрелили. Вот и все.